Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благословляю из города Одессы. Здесь, в этом замечательном городе, я проводил вчера богослужение, проповедовал на богослужение Одесской народной церкви. И также это не только было утреннее церковное служение, но еще и вечернее молодежное служение, на которое пришло тоже много разных людей, не только молодых, но и пожилых, и среднего возраста. И я продолжал тему по Евангелию от Иоанна, 11 глава, 25 стих, где сказано Иисусом Христом, что Он есть Сам воскресение и жизнь наша. И вчера я также свидетельствовал вечером о чуде, которое произошло со мной в 3-м году, и о воскресении мальчика, которого я сбил, и о его полном, очень быстром исцелении. В контексте того, что как раз Господь, Он есть воскресение, жизнь, и Он воскресит свою церковь, и Он, как Он сказал сам, и Он исцелит раны церковные. Сегодня понедельник, сегодня у нас 26 уже марта. Я сегодня вечером буду проводить, утром буду записи сейчас, значит, и тоже встречи. Я буду проповедовать людям пожилым сегодня на собрании, но вечером я буду проводить семинар. Сегодня вечером, потом во вторник и в среду вечером, 3 вечера подряд семинар. В прямой трансляции вы можете подключаться. Если кто из вас не знает сайт трансляции этих, то вы просто в поисковике набираете «Одесская народная церковь» и попадаете как раз на сайт трансляций. И в 18:30 по киевскому времени, по московскому времени это 19:30. Пожалуйста, подключайтесь на час, наверное, полтора часа трансляции моего семинара. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Пусть Господь Бог Всемогущий, Он прибудет с вами. Помните, что Иисус Христос есть действительно воскресение и жизнь наша. И Ему да будет вся слава и хвала во имя Иисуса Христа. Благодать да будет с вами, друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь.